Значит, сейчас я вам показываю самолетные часы, а если быть точным, остатки. Остатки, даже можно сказать, запчасти. Остатки от самолетных часов. Значит, смотрите сюда. Кнопочка пуск нажимается. Вот. Четенькая, красненькая. Как вы слышите, заводится по корпусу. Печальное состояние, аж видно латунь. Никогда даже не обращал внимания, что корпус, оказывается, это цветной металл. Значит, вот так они вот у меня разбираются. И вот это называется внутренности. Внутренности самолетных часов. Быстрее всего, вот так что-то я смотрю, тут что-то да отсутствует. Так, первый квартал, 83-й год выпуска. Вот балансик, он, к сожалению, он видно, оська сбитая или поломанная. Ну, возможно, кому-то нужны вот эти кнопочки, может быть. Какие-то вот эти вот шестереночки, барабанчики. Все это вот, вот так вот, видишь, висит. Кстати, циферблатик хороший. Никаких таких вот царапин. Нет, 95.1.1.3. И, в принципе, еще и стеклышко можно снять. И вот еще одна кнопочка. Так, здесь я показал. И вот еще вот такой. Как золотой, как в позолоте. Может, это действительно и позолото и есть? Самолетные позолоченные часы. Чук-чук. Тяжеленькая такая. Значит, ребят, я вам показал внутренности. Внутренности показал, все зафиксировал. Сегодня выставляю в продажу. И пусть победит, как говорится, сильнейший. Вот.